мама задержалась, пока приехала на троллейбусе, трамвай ушел. А по-другому никак не подъехать, на такси как-то не хочется. Это я еду пенсию оформлять. Я уже пенсионного возраста, тетечка. Ой, и теперь стою, жду, раз в полчаса ходит трамвай. Сходила в секонд, записала. Ну, секонд отдельно, ну, просто прогулялась еще полчаса. Ксерокопии здесь не работают. Теперь нужно будет искать там ксерокопию. Ну, я, в принципе, могу сейчас и не делать, только узнать хотя бы, где это находится. И, ну, я уже знаю, что туда нужно. Но если попаду, говорят, часа 4-5 стоять в очереди. Ну, вдруг, если повезет, пусть скажут, что мне еще нужно. Ксерокопии там сейчас по ходу найду. В общем, сниму вам, покажу, какое количество народу там. Маленький влог сделаю, или как это называется. Покажу, как я свою пенсию оформляла. Пенсия у меня будет минимальная, ну, все равно, знаете. Пусть будет. Это как соловки. Пока включила мобильный, уже все загрузились. Тьма народу. Раз в час ходит трамвай. Не раз в полчаса, а раз в час. Ну, и соловки всегда такими были. Это я предвосхищаю, когда говорят, засрали город. Засрали, не засрали. Не меня судить. Но соловки всегда были такими, как вот, как и сейчас. Сколько я себя помню, 50 лет. Так как я иду по делам, в сторону барахолки не пойду. Ну и среди недели вряд ли будет барахолка. Пойду сейчас посмотрю, что там вообще в том пенсионном фонде, что там происходит. И, конечно, цены гораздо ниже, чем у нас на рынке. Прям гораздо. Сюда надо ехать на машине или с мужиком. Платочек какой красивый. Ну-ка, это такой был, я маме отдала. Посмотреть. Вот так посмотри, недовольны из тех бабушек, которые... Так, ладно, если что-то еще будет, если я там не останусь, а рынок еще не разойдется, пройду еще поснимаю. А людей как бы немного. Что, часа 4 придется сидеть, да? Подолго. А если для протонистов повезет. А? Сегодня будет вам. Ага. И вообще так, утрирую. А ксерокопии где-то здесь есть? Потому что я ничего не делаю, просто пришла узнать. Ну, когда узнаете, вам дадут список, тогда пойдете, все, и соберете. Что будет сейчас бегать туда-сюда? Паспорт, интеркационный, ну, как бы все есть, книжки. Просто не это. С 500 рублей нигде не было сдачи. Я думала, девочки, ну, список есть документов, которые... Это с собой документы вроде все. А, все. Угу. Я заранее, у меня еще месяца 3-2, чтобы успеть. Да, с туалетом они хорошо придумали. Стойте полдня, день. Не одевайте памперсы. Очередь я заняла, пошла я прогуляюсь. Ну, далеко отходить нельзя. Мне сказали, что мне повезло, или это очень мало людей. Ну, человек 10 передо мной. Ну, там 3 человека сидит в комнате, принимает. Ну, вообще, конечно, класс. Пенсионеры – это те люди, которые, я извиняюсь, любят часто ходить в туалет. Проза жизни, извините. И вот как вот, скажите, пожалуйста, я понимаю, ну, сделайте какой-то туалет на улице, там, я не знаю, биотуалет. Как-то прям так приятно, забота о гражданах. Ну, практически везде так. Практически везде так. Не знаю, может, в каких-то других местах. Вот за границей я была, да, там несколько по-другому. У нас тут, хоть, слава богу, в некоторых супермаркетах туалеты работают. Там, не знаю, руки помыть, сходить. Ой, надо, конечно, побыстрее оформить пенсию. Покуда с умом все хорошо. Вот стоит женщина. Каждых 5 минут она спрашивала, за кем она. И вот она ушла, расстроилась и ушла. И ей уже несколько месяцев не платят пенсию. Собачечка, ты такая хорошенькая. И ей уже несколько месяцев не платят пенсию. И она пришла узнать. И она и сама понимает, что она без конца переспрашивает, за кем она. И она говорит, я не помню, я не соображаю, простите меня. И вот сейчас она стояла, пришел перерыв.
Ну, то есть, как бы, налоговая, естественно, ни при чем. У них, ой, это, господи, простите, пенсионная. У них-то перерыв, ну, как бы, тоже им нужно отдыхать и кушать. Но она стоит, она опять ничего не соображает. И люди уже ругаются. И, в общем, она развернулась и ушла. Представляете, какой кошмар. Фух, что я хочу сказать за себя. Не знаю я, как я буду собирать свое предпринимательство, потому что сведений практически нет. И как я сейчас буду собирать и доказывать, я одну бумажку свою не могу найти об открытии, об закрытии предпринимателя есть, а закрытия нет. И я практически всю жизнь, у меня 2/3 стажа предпринимательского и 1/3 такого, где я работала. Поэтому время, конечно, 2 месяца собирать там, в общем-то, запрос будут делать, но если подтверждения не будет, то они его не смогут подтвердить. В общем, такие дела. Это когда за дурной головой. Может, тут кто-то жил, покажу как раз. Это вот я где-то в районе Ионова, это я иду на Кирова с Соловков. Потому что пока я решила в обход пойти, оказывается, трамвай как раз шел. А трамвай ждать нужно не меньше 40 минут, 45 час. И вот я решила, что я пройдусь на троллейбус. Оказывается, Айнане. Я пошла просто с обратной стороны рынка. И все равно вот это лазия. В общем, я решила, мне проще было бы, наверное, наискось домой дойти пешком, чем я теперь хамырями здесь хожу. Ой, мама дорогая, все, я поняла. Вот сейчас мне идти лесом полем. Выйду там, где была санстанция. Поставить лампу и посмотреть. Выйду там, где была санстанция, я так понимаю. Видите, какие тут домишечки. Это еще такие достаточно давние постройки. Больше 30 лет им точно. Наверное, лет 50. Я так заблудилась. Я не знаю, где я нахожусь. Направление мне показали, какой-то детский сад там прошла. Направление мне показали, куда идти. И вот я даже первый раз в жизни, какое-то здание красивое. Я даже не знаю, что это. Ничего не написано. Все закрыто. Что за здание такое красивое? Заросшее, давно не работающее. Спрошу у подруги, она тут живет недалеко. Что это за красивое здание? О, машина стоит. Сейчас посмотрим. Непонятно, что это. Я тут никогда в жизни не была с этой стороны. Вообще, я так понимаю, если бы я не пошла сейчас перпендикулярно, а пошла бы вниз, я бы вышла возле завода холодильников. И там было бы 2 остановки проехать. Чего я поперлась сюда? Ой, вот себе такси вызвала. Сюда и такси не вызовешь. Нужен адрес. Короче, в следующий раз я поеду обратно на такси. Всем привет. Не знаю, что я снимаю. Видно, не видно. Ой, насмешила только что в налоговой, в областной. Я не знаю, как это сейчас называется. Министерство налоговых сборов у нас в Донецке. Мне нужна справка, что я не являюсь предпринимателем для пенсии. Я насмешила всех принимающих там. Меня очень порадовало то, что быстро написала заявление, запрос. Ну и проходишь в кабинет. Прям при тебе. Все это проверяется, ставится. Очень радует. Ни очереди, ничего. Все благожелательно, благосклонно и вежливо. Ну, я же, естественно, не могу промолчать. Говорю, боже, у вас самый лучший кабинет. Он говорит, почему? Я говорю, ну гляньте, так все вежливо, так все приятно, так все, ну, здорово. Ну, меня так обрадовался мужчина, который принимал, поблагодарил. Ну, естественно, приятно человеку. Ну, я же выхожу, я же, понимаете, в своем амплуа. Выхожу на посту, там всегда как бы пропускная система по паспортам. Я прохожу, говорю, хотела снять, а тут не видно. Говорю, боже, была в самом лучшем кабинете. Мне отвечают, да что вы говорите, вам понравилось, я говорю, очень, вот это вы у меня не были. Я говорю, нет, я люблю медленно и с чувством.
Это справки я люблю брать быстро. Но, в общем, повеселила всех и себя. И пропускную систему всю. Так, ну тут уже работники земляные работают. Вы уже обратили на меня внимание, скажи, девка. Не себе идет разговаривать с телефоном.